Для югорчан началась самая длинная рабочая неделя года. С 22 по 27 апреля 6 дней подряд. Это следует из производственного календаря, который был утвержден правительством страны. Уточню, что первомайские праздники в этом году начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продлятся до среды. 1 мая включительно. Дополнительные выходные дни в мае также будут 9 и 10 числа. В пятницу 10 мая россияне отдыхают за счет переноса выходного с субботы 6 января. 9 мая в России отмечается День Победы. Редактор